привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании Western Beat. Наша компания помогает вам продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимать оплату с помощью PayPal, а также доставляет их до двери покупателя. Это короткий и важный ролик для всех наших клиентов. Я хочу немножко рассказать о новом веб-сайте Western Beat. Очень большие изменения произошли на нашем веб-сайте. Добавились языки, добавилось больше информации, статьи, сайт постоянно обновляется, в нем появляется новая информация. И самое главное, что очень много вопросов, те вопросы, которые вы задаете в комментариях под этим видео, на которые можно элементарно, легко и просто найти ответ теперь на нашем веб-сайте. Я хочу просто показать, как это делается. Давайте пойдем вместе со мной на сайт westernbeat.com и посмотрим, что там происходит. Если вам нравятся ролики на нашем канале и вы хотите получать уведомления о новых видео, которые у нас выходят, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. И, конечно, так как мы уже идем на наш веб-сайт, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте westernbeat.com. Итак, поехали! Смотрите, первым делом, когда вы заходите на наш веб-сайт westernbeat.com, здесь в правом нижнем углу возникает окошко с консультантами в чате. Консультанты работают круглосуточно, 5 дней в неделю, а в выходные дни с 10 и до 6 вечера по киевскому времени. Здесь можно написать любое сообщение или задать вопрос. Ну, в общем, мы сейчас этого делать не будем, а просто обратите внимание, что вот здесь есть несколько входов в систему личного кабинета, в европейскую систему, в американскую систему. Вот здесь есть кнопочка, где можно зарегистрироваться очень легко и просто. Здесь есть также видео о наших услугах. И вы можете пойти вот сюда, нажать «Услуги», вы можете посмотреть цены, очень часто задают люди вопросы, а сколько стоит вывод денег, какие способы вывода денег есть у Western Beat. Значит, пожалуйста, здесь новости, вопрос и ответ, контакты, ну и личный кабинет, да, в европейской системе и в американской системе, и реферальная программа, кстати, которая есть у Western Beat. Смотрите, но сейчас в этом ролике я просто хочу показать вам главную страницу, потому что, ну, во-первых, все услуги так вкратце расписаны прямо на первой странице, и вы можете нажать кнопочку «Подробнее» и перейти к каждой услуге. И, кстати, на многие из них, практически уже на все, я уже сняла ролики, но буду продолжать снимать, так сказать, более подробную информацию. Но самое главное, что я хочу вам показать, это вот эта вот штучка, которая называется «Вопросы и ответы». Значит, по одному поисковому слову вы можете найти любую информацию, которая есть на нашем сайте. А информации у нас очень-очень много. Ну, например, очень часто люди задают вопросы по консолидации плюс. Консолидация плюс. Смотрите, даже не нажимая ни на какую другую кнопочку, доставка консолидации плюс из Минска, так? Доставка из Киева. Это статьи, которые описывают, как работает эта консолидация. Как использовать шаблоны при формировании консолидации, да? Как оформить и отправить посылку. Доставка посылок в Австралию. Это новости. То есть здесь очень много. Можно нажать на кнопочку «Показать все результаты». И вы увидите, что здесь 6 страниц, но достаточно просто. То есть у вас есть какой-то вопрос, там, как отменить этикетки, например. Ну, наверное, это самые популярные статьи, да, то есть больше, чем 6 страниц не будет ни по какому другому вопросу. Ну, давайте, например, возьмем, очень часто задают по поводу запрещенные товары. Очень часто задают такой вопрос. Какие товары требуют дополнительного разрешения или запрещены к пересылке? А? Вот, например, или статья, какие товары нельзя продавать через Western Beat. А также здесь, что такое внешний товар, да? То есть это способ пересылки через внешний товар. В общем, очень много вопросов можно просто разъяснить. Этот поиск работает замечательно. Если честно, то очень часто я даю ответы на вопросы, когда ко мне обращаются клиенты, хотя я не являюсь консультантом. По любому вопросу я могу найти статью и ответ на свой вопрос. Ну, например, задавали вопрос, а как выводить деньги из России? Ну, например, вот новости последние, это вывод денег наличными, предположим, да, вас интересует, этот вариант работает в России тоже, вот, пожалуйста, вот дается статья, каким образом это можно сделать в Украине и в России, в городе Москва,
и также как получить, и подробная инструкция здесь же. Короче, ценнейший инструмент получения информации о Western Bid. Ну, здесь небольшая реклама, что мы отправляем больше, чем 3000 посылок каждый день. Ну, здесь, собственно, для кого наши услуги, да, для предпринимателей, которые хотят отправлять товары на экспорт, для тех, кто хочет работать дома, зарабатывать от 1500 долларов в месяц, это средний заработок наших клиентов, для людей творческих, которые тоже хотят продавать свои товары. Ну, здесь, кстати, вот сюда же входят и коллекционеры, филателисты, ну, там, и так далее. То есть все, кто хочет продавать свои товары на западные рынки. Для новичков мы составили пошаговую инструкцию, как начать продавать. Если вам нравится работать с ботом, то это тоже вполне прекрасный инструмент. Ну и здесь также есть отзывы наших клиентов, и вы можете тоже оставить свой отзыв о работе с Western Bid. Ну и последнее, наверное, на что я хочу обратить внимание, это наши контактные телефоны и адреса. Значит, смотрите, сейчас у нас появились, я уже говорила об этом, бесплатные звонки в Киеве, Минске и в России. Можно написать email на sales@westernbid.com. Также у нас есть международные представительства в Беларуси, в Германии, в США и в Узбекистане. И сейчас появились региональные представительства в более 10 городах Украины. И, кстати, будут возникать представительства еще в больших городах. Вот адрес нашего офиса в Киеве. Вот, пожалуйста, адрес и карта прием посылок в Киеве, да, таможня, Вайбер. Ну, то есть вся информация здесь доступна. А также все адреса наших региональных представительств в других городах Украины, значит, они тоже доступны на этом же веб-сайте. Их становится все больше и больше. Кстати, обязательно сниму еще ролик, познакомлю вас с нашими новыми представительствами в этих разных украинских городах. Здесь же можно перейти, кстати, на нашу страничку в Фейсбуке. У нас есть еще группа замечательная, быстро растущая и очень активная группа в Фейсбуке. Значит, у нас есть канал в Ютубе, на котором вы сейчас, и который дает полезную, важную информацию для всех продавцов. А также у нас есть страничка в Инстаграме, в которой печатаются различные новости, то, что происходит с Western Bid. Тоже отличный инструмент. А также очень важный момент. Вот здесь на сайте в меню можно в самом низу найти наш сайт на английском языке и, например, на украинском языке. Это тоже нововведение, замечательное. Вся та же самая информация, которая есть на русском, переведена на украинский язык. westernbid.com.ua. Это наш украинский сайт. Кстати, очень часто к нам обращались раньше клиенты и просили создать сайт на украинском языке. Вот мы это сделали. Но знаете, информация – это как мотивация. Ее может быть иногда слишком много. Если даешь слишком много информации, то очень часто она и вообще проходит мимо. Поэтому самое главное, что нужно узнать в этом ролике, что если у вас есть какие-то вопросы к Western Bid, то вы можете вполне задать вопрос в поиске, да, и найти и статьи, и новости по любому интересующему вас вопросу. Вы можете написать нашим консультантам в чате, а также вы можете позвонить по этим бесплатным номерам, которые у нас находятся вот здесь, прямо в наших контактах. Я надеюсь, что этот ролик внес еще большую ясность в вопросы и ответы, в общение с нашей компанией Western Bid. Большое спасибо за внимание. Если вы еще не подписались на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь там внизу. Большое вам спасибо. Всем пока.